Кажется, что виноградная лоза хранит память предков. И несомненно, что виноград дарит силы и здоровье. А еще виноград, наверное, дарит счастье. По крайней мере, мы постараемся сегодня в этом убедиться. Сезон винограда будем открывать в поселке Геройском Сакского района. Мы уже бывали здесь прошлой зимой. И несмотря на очень холодную и ветреную погоду, в кругу местных жителей нам было тепло. Тогда рассказывали мы о местном доме культуры и в целом о зимних буднях села, которые, как мы теперь поняли, совсем немного уступают по активности будням летним. И поняли мы это во многом благодаря нашей сегодняшней героине Александре Власовой. Еще в ту первую встречу, под обманчивым зимним солнцем, она была рада накормить нас сохранившимся перед морозами виноградом и рассказать о каждом из, кажется, миллиона своих сортов. В этот раз она тоже от своего плана не отступила. Куда ни посмотри, везде висят сочные грозди, большая часть уже созрела. Значит, нужно обязательно попробовать на вкус как можно больше солнечного виноградного счастья. Этим вопросом занимался муж, я работала в школе, я к этому не касалась, очень коротко, да. Потом, значит, 13 лет тому назад муж умер, царство ему небесное, и все свалилось на меня. Было сортов, ну, 100 сортов было тогда у Михаила Акимовича. Он занимался созданием коллекции. Ни на рынок, ни на продажу, не это, а коллекцию создать. Такая него... любовь была к винограду. И у него такая была мечта, его такая любовь. А мне было как-то, ну, как-то я не очень этим увлекалась. А когда осталась одна, и когда поняла, что это ж никуда не выбросишь и не денешь, и не вырубишь, я отплакала 3 месяца и взялась за это дело. Я так полюбила этот виноград. Я без него жить теперь не могу. Я ложусь вечером спать и думаю, как бы быстрее ночь прошла, чтобы утром бежать. Там у меня несколько кустов должны уже созреть. Я должна их попробовать. Это мое деревенское счастье. Это мой монстр, это мой гигант. Давайте будем пробовать виноград. Вы берите и пробуйте. А он уже поспел? Да, да, да. Ну, как бы сказать, можно уже ощутить прелести его. Кишмиш без косточек, да? Да. Слышите, какой привкус, да? Запах какой. Пошел сезон винограда, очень вкусный. Попробуйте. Получилось? Ну, вот это Ромулус, американский сорт. Он вообще-то поздний должен быть, но у меня почему-то весь виноград созревает рано. Вот у людей только пошел виноград, а у меня уже он был. Он такие висят красивые грозди. Да, и вот он не болеет, и видите, какая чистый лист такой. А сейчас я вам покажу, вот это еще рано, это еще зеленый. А сейчас вот это виноград, который, вот, Леша, вот тут наверх, вот это сними. Вот это называется... Элегант сверхранний, ну действительно элегант, ну действительно элегант. И он очень сверхранний, понимаете, вот пробуйте. А где товарищ тут, снимает? О боже, пусть он пробует. Я думаю, что мы голодными точно сегодня не уедем. А вот это очень симпатичный дедушка, если он увидит этот фильм, он будет мне благодарен, и ему будет приятно. Писанка, селекционер из Украины, фамилия его Писанка. И вот это его сорт Фаэтон. Ну, чем не красота, правда же, какой красивый. А вот тут мы остановимся сейчас. Ну, как вам вот этот сверхранний? Вкусный. Он уже очень сладкий. И мускатный. Абсолютно спелый, да, очень ароматный, мускатный. Вкусный. Вы запомните, элегант сверхранний, потому что я буду вас кормить попозже сыном его, Гарольд называется. Сейчас будут кормить. А вот это, что у нас тут еще есть? Так, ну тут две грозди, так я вам по ягодке. Вы просто ягодку, да. Да, по ягодке вам дам. Это вот называется ладанный 2. Так, я буду подкармливать.
волшебный вкус. Труженика. Прям такой он, да. Как, тоже как мускатный такой, ух, как тебе. Вино. Такое приятное легкое вино. Вот у меня муската очень. Там такие есть, что вообще. Тузик, ну выйди, тут тебя хотят увидеть. Как он у вас появился, как он вам помогает? Очень хороший мальчик. Я его так люблю. Ну, смотрите, какой он хороший. Как все? Он у вас появился? А вот мы пошли там далеко, там к пьяницам. А он такой несчастный был, привязанный к столбу, висел прямо. Мы его вытащили оттуда, 100 рублей дали, притащили домой, откормили. И вот такой красавчик теперь у нас. С корабля на бал – это про нас. Правда, не в бальных платьях по трапу во дворец, а в более удобной одежде и на виноградник. О житейском – чуть позже. Александра Александровна спешит поделиться с нами секретами зреющего урожая. За несколько метров марша по двору мы, кажется, успели съесть уже пару килограммов. И нас мгновенно захватил весь этот виноградный дух летних приключений. Тут такой балдеж, тут такой мускат. Вкусно. Угу. На! Съешь. Так, пошли дальше. Расскажите, как уживается ежевика с виноградом? Запросто, очень хорошо. Вот, видишь, первый ярус ежевика, второй ярус виноград. Вот они все тут вместе поливают. Он, смотри, сколько. Тоже не вспевая ее собирать. Ежевика тоже уже спеет? Да, я уже ее собрала сколько. Собирайте. Еще в ежевике бабочка живет. Идемте дальше. Вот это сорта моего Михаила Акимовича. Это он высаживал, тогда они были самые-самые лучшие. Сейчас, конечно, уже я его даже не ставлю в регистр сортов. Уже просто они у нас как память о муже. Вот Плевен, Яловенский устойчивый. Это новый сорт. Бери этот, ладно, давай. Я просто хочу показать. Тут даже ягода в виде сердечка. Да. Вот такая любовь к винограду и винограду глазки, к Александре Александровне. Да. Вот это вот виноград, это спонсор называется. Вот очень хороший виноград. Сейчас тоже попробуй. Вот это сердечко сейчас есть. А нам же надо нашего мальчика накормить. Это то, что называется «Попробуй любовь на вкус». Да. Что-то молча вот жует и никакой реакции. Просто он же работает. Хоть бы как-то вот так. Лешенька, тебе вкусно? Да-да-да. Создается впечатление, что у каждого сорта винограда есть свой характер. По словам Александры Александровны, например, один с веселым и задорным нравом, другой с элегантностью и некой чопорностью в душе, а третий и вовсе хитрый и загадочный. Не растет, пока его не обнимешь и не пригрозишь ласково. Не будешь стараться, обижусь. Да вот это вот белая красавица, или молдавская, или фрумуасы Альбы. Смотрите, какая красавица. Мне казалось, что настолько огромные желтые грозди не могут быть. Да, желтая такая. Мускат замечательный. Видите, я увлеклась, была мускатом и напихала его. И сколько у вас мускатов, вы считали? Ну, штук 40, наверное. Вот это вот... Вот это с теплички посадила в начале июня месяца Каталонию. Вот смотрите, какая вымахала. Испанская, видимо? Ну, не, это история. Наш. Это Каталония, наш. Такое ну, название да, Каталония, красиво. Я просто назвал так. Вот. А вот это румба. Румба. Это сорт капелюшного тоже. Ешь румбу и начинаешь танцевать румбу. Да, но у меня один все время говорил, дайте мне танго. А вот это Фудзи Минори. Вот это японская Изабелла, попробуйте. Смотрите, какая она большая. Она как мячики вот эти вот. Ну, Изабелла немножко пахнет, да. Изумительно. Много японских сортов пришло к нам в Крым. Какой-то был период, что увлеклись и эти любители увлеклись вот этими сортами, а потом развлеклись. Притихло. Да, они стали, разочаровались в этих сортах.
Вот. А я же уже, как же, чтобы меня не было. Вот у меня один есть, еще есть шейн мускатный. Но он в этом году что-то не дал мне гроздочек. А вон какой красивый сорт. Угу. Называется Ливия. Тоже загорулька. Вот что назвала? Ливия. Угу. Красиво. Ливия, так Ливия. Вот так. А там очень красивый ряд. Почухаем туда. Ну, идемте. Викинг загорулька создал. Вот будет он, если смотреть эту передачу, он будет довольный, что его сорта у меня на усадьбе. Вкусный, правда? Хороший, да. Леша, Оля две съела. Да. Оля и говорит, и стонет. А вот это сорт, киш-миш, это Саша мне привез из Скворцовки. Чубучочки. Я их высадила в теплице. И там состоит это название из трех слов. И я два первых слова забыла, а третье запомнила. Бздык. Интересное название. Необычное. Там что-то было т-т-т и бздык. У меня же есть и болгарский, и американский, и румынский, и японский. Весь мир в одной усадьбе. Да. Вот этот сорт Миша раздобыл, где молча, тихо посадил. И когда уже выросла рось, он говорит, вот этот сорт называется Сашенька. И так я его сохранила. Очень вкусный, между прочим. Я его сохранила, туда еще пересадила. И так он у меня и есть. И все же любовь к винограду перешла к Александре Александровне от мужа. Он десятки лет собирал в коллекцию самые интересные и вкусные сорта. А она много лет за ним наблюдала, но вовсе не предполагала, что со временем сможет продолжить его дело. А ведь когда-то, много лет назад, будучи совсем юной, Александра Александровна приехала в Геройское работать в школе, а вовсе не виноград выращивать. Я уже здесь... 40 лет, наверное, то и больше, я уже точно не помню. Я еще молодой приехала, еще пенервожатой в школе работала. Потом учителем стала работать. Вот. А потом учителем. А когда приехала, вышла замуж за председателя колхоза. Вот это его была хата. Хата была, конечно, страшненькая, потому что тогда такие времена были. И мы так и жили тут. Но он, кроме того, что он очень умный, деловой такой дядечка, хороший. Хороший мы. С ним прожили 30 лет. Душа в душу. Ой, при нем какой богатый был колхоз. Боже, что, чего у нас только не было. У нас тут ларек был, в корейском дворе так называется, корейцы жили. Так там в ларьке лежали куры по 80 копеек, эти кролики по 80, яйца для колхозников по 5 копеек десяток был, представляете? Ну, для колхозников. А винограда сколько было, вот это все засажено было, сколько на винные заводы возили, какой богатый был, на сельхозвыставке мы были. Вообще, а потом вот... Мы остались. Ну и что же мы остались? Мы давай виноград растили, потом начали осваивать, как саженцы садить. И так и пошли, и развели вот такое вот богатство. Он хоть из Казахстана, там того винограда нет, но он вообще любит сады, виноградарство, вот это все. Он был в Ленина вторым секретарем райкома партии. И там ему дали полдома такого, так он там такой сад насадил, вообще вырастил, пока там был. Ну, вот такая у него тяга, он это любит очень. Вот и это. Вас заразила эта любовь. Да, я вначале, он меня не признавал, я начинаю что-то... Иди, говорит, мне помоги подвязать, я так кучу подвязала. А мне, у меня свои были заботы, мне некогда было с этим виноградом. Я прибегу, он меня вытащит, вот там покажет, там покажет, ага, а сама бегом в хату. Ну и очень он мне не доверял и не признавал, что я что-то смогу. Но вы всему научились все равно. А потом, когда заболел, когда все, мне говорит, ты сможешь? Да, говорю, а куда же одеваться? Конечно, смогу.
Смогу – это еще слабо сказано. Одно дело – ежедневный труд на винограднике, другое – получать за этот труд награды. Теперь в коллекции сортов есть и те, что были отмечены профессиональным жюри на разных выставках и фестивалях. К тому же Александра Александровна старается как можно раньше узнавать обо всем новом и прогрессивном, что касается винограда. На выставку приезжали там такие мужики здоровые, крепкие, с такими этими, а я вот привезла. Но я привезла первый год, я привезла 25 сортов кишмиша. Они не крупные, не большие, ну вот такие как. И я их разложила на столе, ну и все. А там была зрительская еще комиссия и ученые были. Ученые прошли, а потом зрительская комиссия, они пробовали. И зрительская комиссия мне вот кубок определила за вот это вот. Хотя там были бомбы огромные. Ну, то тоже надо вырастить суметь, тоже не так просто. А потом на второй год, это 2011, потом 12-й год медаль, 13-й год медаль, 14-й год, вот уж такой был, вот, а 15-й год уже Россия провела в Вильино, ну, Россия, и я туда поехала, и вот такую медальку мне дали. Вот. Это ж чудотворная работа. Это же вот, вот смотришь на него, зеленый, ну зеленый-зеленый, потом вот тот преображается. Вот его попробовать, он такой мускат вот этот вот. Мы уже все не можем перепробовать, правда? И это как болезнь. Я не могу остановиться. Я уже позапрошлом году сказала всем, все, больше ничего не насаживаю, буду выращивать. Сейчас осень подошла, я по интернету шур-шур-шур-шур, где там что новенькое, восхваленное, чтобы я ж не отставала, чтобы я ж не была просто так бабушка с задрипанным виноградом. А он у меня должен быть новый, модный. И начали просить, приезжали на семинары люди. Ну, что хорошо, что плохо было, но делилась всем. Сейчас я в Ютубе помещена, там у меня новые сорта винограда, ранние сорта винограда, интересные сорта винограда. Так, это я там все рассказываю, объясняю, показываю эти сорта винограда. Миша приезжает и мне вот это все оформляет. Быстренько записывает меня, мы идем по винограднику, я рассказываю, он снимает, потом заводит на YouTube. Миша – это внук, который помогает на винограднике и попутно снимает ролики о бабушкином виноградном счастье. Одной все-таки было бы справляться сложно, хотя лучше Александры Александровны, кажется, о винограде и его нуждах не знает никто. Зато теперь она учит тонкостям работы на винограднике и внука, и других помощников. Приглашаю людей, которые мне помогают. Да, действительно, это так. Мишка приезжает, вот это вот опрыскиваем гербицидами траву, где сильно зарастает. Короче говоря, как могу, так и управляю. Что-то не управилось, что-то не доделала. А он такой у меня хороший виноград. Он сам по себе мне помогает. Вот честное слово, вот ветка так-то висела, смотрю, уже усиками закрутилась, уже вроде правильно. Он меня любит очень, тоже виноград. А внук, он все умеет, только прививок не умеет. Он обрезку знает, он посадку знает, он все знает. Вот эту зеленую обломку, все, вот это все он будет делать. Вот эту всю лозу надо будет обрезать и вытащить туда, и сжечь. Вот это вся его работа будет. И все же, каковы секреты богатого урожая? Первое – хороший посадочный материал, который Александра Александровна выращивает самостоятельно в теплице и в так ею называемой грунтовой школке. Второе – своевременная и качественная обрезка. А еще, конечно, хороший полив, органические удобрения и жутковато красивые отпугиватели от вредных окрестных птиц. Положено так, вот так обрезать на 8 почек, сюда положить, сюда положить, сюда положить. Все. А я увидела одного человека, другая обрезка, по-другому. У него все вот тут вот собирается виноград. Мне понравилось. Сучки замены я раньше что-то не признавала. Не, я
Это же дурочка была. Я пущу этот побег, вот сучка замены. А потом он мне летом мешает, я его взяла и вырезала. А это же следующий идет побег на урожай, а я его убрала. А оставила ту лозу, которая уже отплодоносила, а она уже не дает урожай. Ну, тут такие тонкости, конечно. Теперь я уже такая трошки умнее. Вот это у нас небольшая школка, это чисто для себя. Подсадить где-то надо саженцы, где-то заменить. Где-то кому-то подарить, где-то кому-то что-то, презент сделать. Вот это немножко посадила. Раньше мы много садили с мужем, а сейчас достаточно мне столько. Тут разные сорта, и ранние, поздние, и средние. Протягиваем капельку, подключаем, у нас там на каждый рядочек краник свой. Вот подключаем к бочке, это с бочки мы поливаем. Наверх натягиваем пленку. А потом высаживаем чубучки, протыкаем эту пленку и рядышком с капелькой высаживаем. И очень, между прочим, хороший метод. Ни бурьянов нет, ни полив такой включила. И водичка капает, и все. Включаем на ночь, потому что если днем включишь, тут вороны все налетят, все же пить хотят, летают. Поэтому на ночь включаем. Вот так вот. Но у вас от вредных птичек есть еще свои птички, да? Какие? Как это работает, система? Вот очень хорошо, я же говорю, что я так переживала сильно, думаю, боже, ну вот это все пропадет. Судя по прошлым годам, вот это все они уничтожат мне. И мы начали рыться и нашли в интернете одну женщину, которая показала, как она на черешней одела на удочку вот эту вот цицу, которая начала летать. И говорит, у соседей все птицы улетели на даче. Мне еще, знаете, что хочу сказать? Я не подкармливаю никакими удобрениями. Какой он у вас огромный. Кто? Виноград, ну, в некоторые сорта. Вот не подкармливаю ничем, и все. А вот такой. А вот такой. Зато он чистый. Я так считаю, вот кто будет слушать меня, виноградари, которые специалисты, которые действительно вот такие бомбы выращивают. Я так считаю. Вот этот товарищ, который селекционер, он вырастил и написал 1,5-2 килограмма. Все. Как можно с него сделать 6 килограмм? А все равно какое-то удобрение нужно, ну не химия, а вот какая-то органика, что-то вы используете? Да, перегной, конечно. В деревне нет с этим дефицита, да? Нет, не, коровы ж держат, там везде на полях лежат куча перегноя. Продают, я покупаю. Я честно говорю, и не вырезайте это. Я просто не знаю, чем кормить и как. Я учитель сама. А мне уже поздно изучать все это. Я могу так накормить, что ни винограда, ни меня не будет. Поэтому все правильно. Я вот как моя душа по наитию. Так и обрезаю, так и вот это вот. А меня никто не контролирует. Как вот говорят, орлы в неволе не рождаются. Так у меня виноград, у меня на воле. Вот как хочет, так и растет. Свободный виноград растет и радует свою хозяйку. Но без любви ничего не рождается. Сложный этот труд или нет, но ты его любишь, и он дарит счастье. А виноградная лоза помнит обо всем. О веселых днях и горьких. О людях, которые помогают. О жизни, в которой так важно разделить свое виноградное счастье с другими. Но я не скажу, что я убиваюсь с утра до вечера на этом винограде. Нет, я встаю 4:30. И работаю до 9-10. Это мой самый такой трудовой возможности, такие мои трудовые. Потом все, я ухожу в хату, сажусь на диван, включаю телевизор, окна закрываю, шторы. И, в общем, в тишине сижу. Вечером, 5 часов вечера, я выхожу на проверку, где у меня что, не заболел ли виноград, как у меня там созрело, как у меня что. Конечно, когда раньше... Ну, мы же как старались показать себя, что как... Я нанимала людей перед семинаром, мы тут все перепахивали, выравнивали, чистили, тут соринки не было. А зачем мне оно сейчас?
Ну, не надо. Вот какое оно есть, такое оно есть. Растет, растет. Вырос же виноград. Вырос. Есть радость в жизни? Есть. И слава Богу. У меня очень много друзей. Вот сейчас все ждут, когда съемки закончатся, и будут ехать в гости ко мне. И я буду ящички. Я такое удовольствие получаю, когда я вручаю ящики винограда. Это вообще... Ну, приятно, что... Вот сижу сама себе, думаю, вот в таком возрасте я еще столько могу доброго сделать.